por una larga avenida. Sentir Cristiane Gout, Rafael Romero, observar Flor Núñez, Эдуардо Серрано в фильме «Незабываемые». По мотивам романа Умберто Оливьери. Авторы сценария Умберто Оливьери, Соня Нобре де Мело, Мануэль Мендоса, Карлос Гонсалес Вега, Марко Тулио Соккорро. В фильме также снимались Феликс Лоретто, Эрминия Мартинес, Амалия Перес Диос, Мария Луиса Ламата, Таня Сарабия, Хуан Франкес, Гильермо Ферран, Фредди Галавис, Луис Альберто де Мосос, Педро Дуран и другие. Композитор Франциско Кабрухас. Оператор Рафаэль Марин. Режиссер Тони Родригес. Не верю в двойников, а тем более в воскресших из мертвых. Кто вы такой, черт возьми? На этот вопрос отвечу я. Консуэло. Консуэло Мичелена де Калканьо. Боже, дядя Франциско. Отец, помоги. Его надо увезти. Он в шоке. Дядя, успокойтесь. Пойдем отсюда. Паджоли, мне страшно. У меня предчувствие беды, малыш. Боже. Дорогу, помогите. Врача, срочно, моему брату плохо. Что с Франциско? Господи, он умирает. Будто разверзся ад. Это не Симон, Мария Тереса. Не он. Вот он, тот самый человек. Мама. 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 Господи, пожар! Стой на месте! С тобой ничего не случилось, девочка моя! Только не двигайся, не пугайся! На помощь! Будь проклят день, когда я родилась на свет! Будь проклят этот дом! Разве можно пытаться исправить что-либо жалкими словами? Теперь в наших отношениях все зависит только от тебя, Саграрио. Это не в моих силах. Одному Господу известно, как я хочу вернуть долг отцовской любви. Я хочу, чтобы ты простила меня. Грешно так говорить, но лучше бы ты умер. На помощь! Пожар! Спасите девочку! Что случилось, Нати? Скорее, полковник. Что горит? Где девочка? У меня в комнате, там огонь. Скорее, полковник, она задохнется. К
Где же она? Она была здесь. Кандида! Мама! Девочка моя! Оставайся здесь. Папа! Кандида! Осторожно, полковник! Берегитесь! Хасинта? Ну вот, положила все вещи назад в шкаф. Я остаюсь. Передумала. Почему? Очнулась от сна. Все повторяется вновь. Опять с чемоданом в руке и с ребенком Максимилиано Монтеро под сердцем. Я уступаю Мерседес. Она очень любит его. У них хорошая семья. Хасинта, не успокаивай меня, пожалуйста. Словами тут не поможешь. Я сама приняла решение. Хасинта, давай уедем. Нет, не хочу. Опять скрываться, прятаться. Довольно и первой ошибки. На этот раз я не собираюсь терять ребенка. Надо быть честной перед собой. Все кончено. Не вини себя, Хасинта. Тебя ждет много испытаний, но ты выдержишь. Ты сильная, ты умеешь думать не только о себе, но и о других. Однако, ты все-таки женщина и имеешь право на счастье. Нет. С мечтами покончено. Страница перевернута. Начинается новое. В ней нет места для Максимилиано Монтеро. Я буду любить его до последнего вздоха. Но разрушать его семью я не имею права. Кроме нас в доме никого нет. Надо бежать за помощью. Какой страшный огонь. Осторожно! Саграрио! Саграрио, Боже праведный! Осторожно! Боже праведный! Боже мой, что творится? Унеси девочку! Нати, надо спасать отца! Папа! Папа! Стойте на месте, а то сгорите! Это моя работа! Полковник! Скорее, папа! Нет! Нет, папа! Боже мой, нет! Спаси его, Макабео! Папа! Папа! Макабео, скорей! Не умирай, папа! Не оставляй меня, папа! Не могу осознать то, что произошло. Сходство этого человека с Симоном поразительно. Мы сами потрясены. Какая-то чертовщина. Успокойся, крестная. Когда я вошла, я увидела Симона. Его глаза не могли обмануть, но передо мной был чужой человек. Циничный, злой и холодный. Что было дальше? Я потеряла самообладание. Мне надо его увидеть. Обязательно. Мария Тереса, останься. Возьми себя в руки. А кто эта женщина? Ходят слухи, что это его мать. Сеньора Калканио признала ее там же, в Парнасе, при всех. От этого твой муж даже потерял дар речи.
Этот человек из семьи Калканио, Мария Тереса. Так значит, Симон обманывал нас. Ошибиться может каждый. Симон видел эту кинопленку 15 лет назад. Он был уверен, что этот фильм о его судьбе. Тем более, что Симон был очень похож на погибшего. Он и принял его за своего отца. Значит, всю свою жизнь он заблуждался? Поехал в Париж, познакомился с Марисом, перевернул там все в поисках семьи и того знатного человека? Симон ошибся. Это ничего не доказывает. Все так запуталось. Ну ладно. Я хочу поговорить с этой женщиной. Вы сказали, она в Парнасе? Да, она там. С ней разговаривает потрясенная сеньора Леонора и, конечно, сеньорита Мемела Калканио, которая залила слезами весь город. Мне нужно с ней поговорить. Только она может дать ответ. Я пойду к ней. Успокойтесь, дядя, пожалуйста, успокойтесь. Долорита! Долорита! Держи его за руку, отец. Дон Селсо, что с Доном Франциско? Беги за доктором Перетом, быстро! Да-да. У Франциско приступ. Беги за доктором Перетом. Да-да, бегу. Подождите внизу. Ваше присутствие вредит ему. Дядя, спокойно. Отец, почему с ним это случилось? От потрясения. Я тоже весь дрожу. Эта женщина внизу... Твоя тетка. Крепче держи, отец. Ему нужно вытянуть язык. Теперь давай платок. Так. Хорошо. Успокойся, Франциско. Пожалуйста, пожалуйста, успокойся. В тебе заговорила совесть, дядюшка. Папа, ему плохо. Боже, что с ним? Может, сердце? Франциско, Франциско! Сердце бьется, все в порядке. Я спущусь вниз. Ты уверен, оно бьется? Ему лучше, отец, гораздо лучше. Теперь остается только дождаться доктора Перетта. Какое потрясение. Я сам чуть не умер, когда увидел Кончиту. Папа, держи себя в руках. Это жена Оскара Энрике. Она ненавидела меня. Кончита умерла. Это самозванка. Кончита всегда настраивала Оскара Энрике против меня и Франциско де Паула. Она боялась, что нам достанется часть наследства Оскара Энрике. Она была против. Папа, перестань. Я никогда ее не оплакивал. А теперь, оказывается, она жива. Папа, это безумие. Возьми себя в руки. Это безумие. А то и тебя, как дядю, хватит удар. Кончита настраивала маму против меня и Мемелы. Унижала меня. Я ее терпеть не мог. Прекрати, папа, хватит. Возьми себя в руки. Успокойся, наконец. Не знаю, какой грех лежит на нашей семье. Чем мы заслужили такие испытания? Лучше бы Кончита действительно умерла. Держись. Твой сын здесь, отец. Мое появление многим причинит боль. Я отомщу за твою гибель. Максимилиано Монтеро получит по заслугам. Возле машины Оскара Энрике лежали два обугленных тела. Представить невозможно, что ты осталась в живых. Чудо! Господь сотворил чудо! Без вашей помощи невозможно восстановить события того дня. Я ничего не помню. А чего ты до сих пор не давала знать о себе? Скажи,
Что произошло тогда с Оскаром? Может, и он жив? Не знаю, что стало с Оскаром. Ничего не помню. Последнее, что осталось в памяти, засада. Выстрел в Оскара, потом стреляли мне в лицо, промахнулись, и я потеряла сознание. Неужели ты никого не помнила? Даже нас? Даже вас. Случайно сын прочитал в городской газете статью о появлении какого-то наследника Оскара Энрике Калканио. В ней упоминалось и мое имя. Благодаря этому мы нашли вас. Дорогая, а где ты жила все эти годы? Очень далеко, в монастыре. Сестры спасли мне жизнь и дали кров. Кончита, ты даже не представляешь, что это значит для нас. Не могу сдержать слез. Мамела, мне плохо. Принеси воды. У меня кружится голова. Сейчас принесу, мама. Вы бледны? Дорогая моя Кончита. Это чудо. Глазам своим не верю. За что же нам такое наказание? Бог воздаст виновнику преступления по заслугам. Донья Леонора, нужно взять себя в руки. У нас достаточно времени, чтобы заново узнать друг друга. Я с сыном остаюсь в городе. Выпей воды, мама. Маме плохо. Эта история могла убить ее. Бедный Франциско. Надеюсь, ему сейчас лучше. Он чуть не умер. Консуэлла. Дорогая моя Консуэлла. Пришел доктор Пирет. Доктор, он потерял сознание. Что с Доном Франциско? У него шок от сильного потрясения. Долорита. Да, Дон Селсо. Узнай, как там мама и Мемела. Беги в Парнас и посмотри, что там. Да, Дон Селсо, это они виноваты. Сейчас не до разговоров, беги. Да-да. Как он, доктор? Очень сильный шок. Впечатление, видимо, было ужасным. Сердцебиение сильное, похоже на гипертонический криз. Помните, я рассказывал вам о человеке, утверждающем, что он сын Оскара Энрике? Да, конечно, помню. Еще один мошенник. Нет, доказательства этого человека неопровержимы. Я убедился, это правда. Теперь понятно, почему Франциско в таком состоянии. А какие доказательства? Он приехал с женой Оскара Энрике, Кончитой, она жива? Нам пора возвращаться. Наверное, твой сын уже давно дома. Я так счастлива, Кончита. Скажи, ты совсем ничего не помнишь? Совсем-совсем? Ничего, но я надеюсь на вашу помощь. Может, постепенно ко мне вернется память. Жаль, что наша встреча получилась такой грустной. Иначе и быть не могло. Такое бывает только во сне. Пойду домой, хочу прилечь. Мне лучше вернуться в гостиницу, завтра увидимся. Нет, об этом не может быть и речи. Хочу, чтобы ты представила мне сына. Он удивительно похож на Симона. Одного славного мальчика, который погиб. Не стоит сейчас об этом. Оставим в покое Симона. Пойдем домой. Я вас провожу, Донья Леонора. До сих пор не могу поверить. Ты рядом со мной, и мы разговариваем. Не могу поверить. Все.
Симон Леаль, ты навсегда останешься единственным человеком, которого я люблю. Мечтатель и фантазер, ставший жертвой собственных иллюзий. Таких, как ты, в мире больше нет. Проходи, Консуэлла. Долорита, да? Узнай, как себя чувствует Франциско де Пауло. Иду. Спроси, когда можно пойти к нему. И принеси нам успокоительный чай. Хорошо. Я так переживаю за него. Дочка, не нервничай. Он просто потерял сознание. Мама, Франциско такой сильный мужчина. У него железное здоровье. Потерять сознание просто невероятно. Сожалею, что так получилось. Это неудивительно. Я сама была близка к обмороку. А я? Мне казалось, что я умираю. Дай Бог, чтобы Франциско стало лучше. Дон Селсо. Как мама и Мемела? Они внизу, в гостиной. Доня Леонора чувствует себя лучше. Что происходит, Дон Селсо? Такое впечатление, что в доме кто-то умер. Наоборот, вернулся с того света, Долорита. Ну что вы говорите, Дон Селсо? В прошлый раз уже было такое, когда Симон сказал, что он сын вашего брата. Да, но сейчас появился настоящий сын Оскара Энрике. Да еще и его мать Консуэло, которую мы считали погибшей. Дева Мария, Дон Селсо, это от них мы получили телеграмму? Да, от них. Поменьше болтай, Долорита. Как страшно, Дон Селсо. Знаете, случайно я подслушала их разговор. Эта сеньора потеряла память. Что? Да, Дон Селсо, она ничего не помнит. И вы уверены, что это она? Мы все узнали ее. Это она? У нее правда потеря памяти? Она сама сказала, Дон Селсо. Так страшно. Мне самому страшно. Очень. Однако эти люди наши родственники, это правда? Скажи внизу, что доктор Перет хочет поговорить с нами. Иду, Дон Селсо. Еще воды быстро. Руис, бегом. Что случилось? В доме беда? Вам лучше держаться подальше отсюда, Донья Мерседес. В доме пожар. Пожар? Крестная, там крестная. Как это произошло, Нати? Сеньора Мерседес, там была Кандида. Кандида, она могла погибнуть. Боже мой, что с ней? Кандида со своей мамой. Карберина, стой рядом со мной, не убегай. Саграрио спасла девочку. Она выхватила Кандиду из самого огня. Боже мой, я должна видеть Кандиду. А ты почему торчишь здесь? Двигайся. Бегу. В доме пожара, он прохлаждается. Боже мой, успокойтесь, сеньора. С девочкой все в порядке. А вот сам полковник чуть не погиб. Максимилиано? Да. Он бросился вперед спасать девочку. И вдруг... ему на голову упала тяжелая палка. Я давно говорила, что термиты подточили дом, но на меня никто не обращал внимания. Где Максимилиано, Кандида? Я хочу их видеть. Успокойтесь, любовь моя. Саграрио рядом с девочкой. Там такое было. А ты почему здесь? Проваливай. Вы велели мне остаться. Я кому сказала, беги отсюда? Так вот. Я хотела сказать, что девочка позвала на помощь мать, назвала Саграрио мамой. Она заговорила, крикнула «мама!» Кандида признала ее, да. А что Саграрио, как она? Сейчас они вместе. И я надеюсь, останутся вместе навсегда. Саграрио ухаживает за ней, просто счастье. Я верила, что так будет. Кандида поправится? Надеюсь. Она держала меня за руку. А потом уснула. Бедняжка. Так сильно перепугалась. Она хорошая девочка, но очень пугливая. Я была такая же. Всего боялась.
Когда увидела ее среди огня, задыхающейся от дыма, мне показалось, что там стою я сама. И все меня бросили. Как можно не любить такую девочку? Ведь это ваша дочь. Сеньора Саграрио, однажды я видела вас ночью с черепом собаки в руках. Вы проклинали отца за то, что он отнял у вас дочь. А теперь ваша мама, сеньора Мерседес, нашла девочку. Почему вы не хотите признать ее? Почему вы не любите свою маму? Ради вас она выгнала из дома вашего отца. Мама сделала это из-за меня? Неужели вы ничего не видите? Донья Мерседес пролила о вас столько слез. Что только она не делала, чтобы найти Кандиду. Если бы мне удалось найти мою маму, я бы носила ей цветы каждый божий день. Варила бы кофе, пекла сладкие пирожки и пела бы ей колыбельную, чтобы она сладко спала. Оставь меня одну. Пожалуйста. Для меня тяжелая обязанность сказать вам правду о состоянии Франциско. Он в шоке. Это очень опасно в его возрасте. Доктор, что с ним? Почему он до сих пор спит? Я сделал ему успокаивающий укол. Он скоро проснется. Но не могу дать гарантии, что его не разбил паралич. Не подходите. С меня достаточно того, что было уже сегодня вечером. Значит, вы и есть сын Оскара Энрике Калканио? А кто вы? Моя двоюродная сестра? Вы так похожи. Довольно, надоело. Все путают меня с клоуном из дешевого цирка. Действительно, довольно. С кем имею честь говорить? С женой вашего дяди. Франциско де Пауло Калканио. Меня зовут Мария Тереса Монтеро де Калканио. Значит, вы моя тетя. Для тетки совсем неплохо. Вы слышали о Симоне Леале? Кое-что мне известно из статьи, случайно попавшей на глаза. Сломались очки. Надо заказать новые. Симон Леаль – большой мошенник. Не то. Вот. Для того, чтобы заполучить наследство семьи Калканио незаконным путем. Речь идет о наследстве моего отца. И так далее, мошенник и тому подобное. Разве вы сами не читали? Откуда вы взялись? Как могут быть настолько похожими два абсолютно разных человека? Послушайте, тетушка, давайте поговорим об этом в последний раз. Понятия не имею, как этот аферист Симон Леаль сумел покорить всех вас.
Однако я не собираюсь терпеть тень мошенника за спиной. Это может повредить моему делу. Я известный коммерсант. Мне дорога моя репутация. Вы остаетесь в городе? Естественно. Здесь моя семья. Кроме того, в статье говорится... Наследство семьи Калканьо было значительно умножено усилиями Оскара Энрике Калканьо. Это говорится о моем отце. Я, как единственный наследник, несу ответственность за все, что осталось после него. Как я вижу, осталось весьма немало. Скажите, здесь есть что-нибудь выпить? Нет. В этом доме не держат спиртного. Как можно так жить? Теперь послушайте меня тоже в последний раз. Симон Леаль был необыкновенным человеком. Его очень любили в нашем доме. Думаю, он был похож не на вас, а на вашего отца. Наверное, поэтому он и заблуждался, решив, что он сын Оскара Энрике Калканьо. Мария, это прекрасная версия для его оправдания. Он нравился вам? Слово, которое вы произнесли, всего лишь пустой звук. Оно не выражает даже самой малой части того, что значил для меня Симон Леаль. Спросите у любого, и вам скажут. Прошу вас больше никогда не произносить его имя. Хочу, чтобы никто никогда больше не говорил о нем ни одного плохого слова. Симон Леаль действительно чем-то похож на вас. Однако между вами есть большое различие. Симон Леаль был настоящий мужчина, а вы мерзавец. Боже мой, как это тяжело. Мамела, что случилось? Доктор Перес сказал страшную вещь. Что-то с Франциско де Пауло? Да. Бедный мой братик. После смерти Оскара Энрике на его плечах лежала вся ответственность за нас. Что сказал врач? Доктор Перед сказал, что после такого потрясения Франциско никогда уже не станет прежним. Что значит прежним? Как это понимать? Доктор сказал, что он может потерять чувствительность. Может быть, он навсегда останется неподвижным. Я не понимаю, что это значит. Не понимаю. Что говорит Перет, это невозможно. Невозможно, чтобы такой мужчина, как Франциско, остался парализованным. Мамела, мне очень жаль. Как ты себя чувствуешь? При чем тут я? Какая трагедия. Так много всего обрушилось на наш дом. Слишком много. Кто теперь будет вести дела нашей семьи? Кто станет заботиться обо всех нас? Что с нами будет? Не переживай так. Успокойся, найдется, кому заботиться. Можно не сомневаться. Франциско, ты меня слышишь? Это я, Перет. Донья Леонора, погасите свет. Франциско, следи за свечой глазами. Как он? Гораздо лучше. Надеюсь, все пройдет. Ты перенес сильное потрясение. Слава богу, кажется, паралича нет.
Если будешь выполнять все мои предписания и вовремя принимать лекарства, все восстановится достаточно скоро. Уколы могу делать я. Я умею ухаживать за больными. Успокойся, все будет хорошо. Вот видишь, уколы тебе согласна делать, Кончита. Спокойно, нельзя волноваться. Сегодня тебе придется остаться здесь. Только на одну ночь. Больше никаких переживаний, надо отдыхать. Донья Леонора, убедите его, пожалуйста. Франциско, доктор хочет, чтобы ты понял. Нужно беречься от любых переживаний. Нельзя допускать никаких потрясений. Женщина, которую ты видел, действительно Кончита. Да, Кончита, она самая. Это просто чудо, что она жива. Странно, почему у тебя была такая реакция? И что тебя так испугало? Я случайно увидел в одной из комнат портрет человека, очень похожего на меня. Это мой отец, правда? Да, это портрет моего погибшего брата Оскара Энрике. Счастливый. Счастливый? Конечно, совсем молодым он добился многого. Наверное, ему просто повезло. Я сказал что-нибудь плохое? Нет, что вы. Просто ваше чувство юмора немного неуместно. Ну, совсем чуть-чуть, совсем-совсем. Ваш отец был хорошим человеком, умным и вежливым. Несмотря на огромную занятость и успех в бизнесе, он был щедрым. Так и должно быть. С этим я согласен. А моя мать? С Кончитой что-нибудь случилось? Я хотел знать, у нее есть наследство? О таких вещах вам лучше поговорить с Франциско или с самой мамой. Я пойду отдохну. Слишком много событий. Мемела. Оставайся с ним и дождись, пока спустится Кончита. Дядя Селсо побудет с тобой. Увидимся завтра. Теперь мы будем видеться каждый день. Мы с мамой счастливы вернуться в свою семью. Хочу заверить, что я и мама с вами не расстанемся больше никогда. Для меня это такая неожиданная радость, что я не смогу даже заснуть. Извините. Ну что ж, дорогой дядя Селсо, не выпить ли нам? Нет. Ничего не поделаешь. Придется травить тебя этим ужасным кофе. Почему ты здесь, Макабео? Твое место рядом с моей семьей. Макабео должен быть здесь. Уходи, индеец. Со мной ничего больше не случится. Не случится, если я останусь здесь. Что бы с вами было, не предскажи, Синаи, что черная туча над горой предвещает беду. Я должен быть уверен, что в доме все нормально. Все домашние здоровы, а вот вы нет. Вижу тени в этих углах. Они хотят сомкнуться. Я их разгоню, выгоню отсюда. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Макабео, попроси Нати принести немного спирта, алоэ и горячий компресс. Давай, Макабео, иди. Теперь я не один. Что с ним? Да так. Не хочет оставлять меня одного. Думал, что я умираю. Тебе жмет? Дай расстегну рубашку. Мерседес, милая,
Тебе нельзя разговаривать. Дай-ка я осмотрю голову. Лучше присядь, Мерседес. Знаешь, близость смерти заставила много пережить и задуматься о многом. Ты был между жизнью и смертью. Не хочу оставаться без тебя. Не хочу, чтобы в памяти обо мне у тебя осталась только слепая обида. Я люблю тебя, Мерседес. Ты была хорошей женой. Хорошей женой? Звучит утешительно. Судьба оставила мне жизнь после такого испытания. Надо использовать этот шанс и попытаться начать сначала. Но ведь ты говорил, что твой второй шанс – Хасинта Леаль. Не мучай меня. Сердцу не прикажешь, Мерседес. Но я люблю тебя. И я не хочу, чтобы ты страдала. Не надо думать обо мне. Я тебя не виню. Не оглядывайся на прошлое. Поступай, как подскажет сердце. Я никогда не смогу забыть тебя. Хасинта – это песня моей юности. Но ты по-прежнему даришь мне тепло и нежность. На двух стульях не усидишь, Максимилиану. Ты уже сделал выбор, это твоя воля. Я не виню ни тебя, ни ее. Виновата я одна. Я это знаю. Знаю. Нет. Нет, Мерседес. Какая может быть вина? Ты всегда любил меня. Клянусь, Мерседес, я верну все, что должен тебе. Все верну. Фильм озвучен по заказу телесети ТНТ. Режиссер Ирина Смольская, звукорежиссер Александр Зубов, перевод Татьяны Манаенковой. Текст читали Ирина Губанова, Ирина Маликова, Алексей Нжеватов, Юрий Петров. Yeah.